Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова я, Лео Дикабрио. И сегодня мы поиграем на карте «Охотники за пасхальными яйцами 2016». И сегодня, как вы уже догадались, я не один, а с моим другом Никитой. Всем привет. Прикол этой карты в том, что нам надо находить яйца на карте. И они будут здесь появляться. Надеюсь. Пошли отойдем. Вот щелкнуло, и вот это появилось. Смотрите. Наверное, добазарено. Вот, да, видите, картинка, и написано, где это яйцо. Вот, и нам надо найти много таких яичек. Ну, как много? Сколько там их примерно? А? Сейчас посмотрим. 15. Я что-то слегка подлагиваю. 15 яиц, да. Давай я нашел. Да? Да. Рост. Давай разделимся. Иди в домах пока ищи, а я на улице. О, нифига. Я тоже нашел. Слышал звук? Да. Что, появилось? Да, твое вроде должно появиться. Вот только что появилось. Это твое появилось. О, что это падает, когда они открываются? Они открываются? Прикольно, смотри. Вот, сейчас щелкнул, появится. О, прикольно. Оттуда, слышишь, типа пишет, что ли, выстреливает и ломает эту фигню. Угу. Потому что там обойму вылазит. Где ты там нашел? А. Так. Надо еще. Где еще могут быть яйца? Сейчас посмотрим. Ну, по логике, они могут быть в курятнике. Но их здесь нет. Так, ну все осматриваем тщательно. Ну, да. Я тоже. Так, давайте сюда сейчас пройдем. Слышь, я походу не нашел. Так, на чердаке вроде нет. Я в подвале пробегусь. Я на чердаке был. Стой. Еще. Я нашел склад колы, но не яйца. Так. Где же они могут быть? А где? Ку-ку. Тут нету. Ух ты. Нашел? Нет. А чё, ух ты сказал? Там просто стекло такое черное было, я думал, оно не разобьется. А, оно разбилось. О май гад. О! Что, нашел? Вот, я нашел, да. Офигеть, оно спрятано вместе, класс. Где? Ну, типа ванной такой. А. Я в амбаре пока. Может, по тракторам ездите? Вот, там есть розетка. Но не яйца. Тут запрятали. Вот сколько мы сейчас нашли только. Я как понял, создатели, было много создателей, каждый прятал свое яйцо, и когда мы его находим, открывается... Вот здесь написаны имена их, вот видите? И канал их. Вот. И как мы находим, появляется их табличка, открывается и пишется, типа, кто запрятал. Мы нашли только 4, офигеть. Все дофига, давай. Мы за час не найдем. Ну да, скорее всего. Подожди, так. Может, в трубе? Каждый угол надо тщательно просматривать. Блин, да. Почему я не могу в трубу упасть? О, кстати, на курочек я обратите внимание. Да, да, я вот говорил. О, за... нашел! Ты так радуешься. Смотри, ты слышал, что он сказал? Нет. Он такой... О, вот, курочки, как раз они... Смотрите, они прыгали только что. Вот они, в кроличьих ушках. Ну, типа, пасха... Я хотел сказать пасхалка и сказал пасха. Уже 5 нашли, давай. Все, затащим. Нам еще... 10, давай. Господи! Здесь, короче, черное окно. Без текстур внутри. Я ударил, разбил стекло. Да, пройти не могу.
Вот я в куче в это сейчас поищу. Может, в камнях где-то. Интересно, сколько они их прятали? Не карту делали, а прятали. Потому что карту сделать они только добавили вот одну штучку вот эту. Да, вроде бы и всё. Это стандартная милита вроде, да, карта называется. Я откуда знаю? Вроде милита. Я здесь уже был. Вот ты, здорово. Ты тщательно просмотрел? Ну как? Как всегда. Да где же яйца-то? Ну, блин, почему нету в курятнике? Мне кажется, в курятнике где-то яйцо должно быть. Просто надо тщательно смотреть. Я тоже, короче, прошел, потом а второй раз клипом прохожу. Нет, как думаешь? Не, не надо. Я кое-что... Блин, не знаю, может... А если там есть яйцо? Да нет, там яйцо. О, ты где-то наверху. Привет. Нет, я на земле. Вот ты, привет. А, я, да, я знаю. Слышь, здесь одно здание закрыто. Ну, давай, вот сейчас я, походу, там увидел что-то. Как только туда забраться, не понимаю. Не такие места тут, наверное. Блин, я нашел здание запертое. Но там что-то было. Не знаю, я в нем сейчас или нет. О, я нашел. Да? Да. Хорош. А, Анька, который я нашел. Да, наверное. О, курочка с текстурки застряла. О, все нормально. Я убью на всякий случай. Сколько мы нашли? 5 вроде. Давай тогда на этом закончим, и в следующей части мы найдем еще 5, и в следующей еще 5. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось, как мы искали яйца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.